Полезное время на радио «Шансон». Здравствуйте, братцы! 19 часов 6 минут московское время. Вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время» на радио «Шансон». В эфирной студии Роман Шахов и Любовь Володина. Здравствуйте, дорогие слушатели! Нам с вами доброго вечера, роскошного вечера, музыкального вечера. Желаю под звуки аккордеона, они точно сегодня будут проходить. Я думаю, что нам с тобой хотя бы надо губные гармошки вот научиться хотя бы на я них играть. Я готова на ложках деревянных, на ложках, если что, освоить. Да. Но пока, друзья, у нас вечер встречи с человеком, который виртуозно владеет аккордеоном. Это популярный аккордеонист и автор-исполнитель Николай Засидкевич. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, Любовь. Здравствуйте, мы вам рады. Все слушатели. Спасибо, что вы нашли время, приехали к нам. И спасибо за такие прекрасные песни, которые вы сочиняете, исполняете, записываете и украшаете этими песнями эфир и концертные площадки нашей необъятной родины. И вам спасибо за приглашение. Аккордеон не самый частый инструмент, наверное. Все-таки больше, как говорит наш слушатель Сергей, баяны встречаются. Вот. А вы что-то можете по этому поводу сказать? Как аккордеон, да. Да. Почему появился аккордеон? Когда-то же это в детстве наступило, вы выбирали инструмент. И сколько лет вы уже с аккордеоном дружите? Много лет я сижу с аккордеоном. У меня папа очень любит петь в нашей семье. Он не музыкант, но песни всегда в нашей семье за столом звучали. И я был отдан в третьем классе в музыкальную школу, естественно, по классу аккордеона. Отцу он нравился, этот инструмент. И я закончил школу, мне это понравилось очень, ну, музыкальную школу. И второй раз поступил опять же. Так. И до самой армии, мне было 16-18 лет, я влюбился в музыкальную школу. Ой, класс. Сижу с аккордеоном. Я... Николай, скажите, папе нравился аккордеон? А вам? Так, конечно, так и удобно дома. Раньше он пел без аккомпанемента. Так. А когда у нас гости, стол, конечно, сынок, бери аккордеон, и понеслось. А как-то вот разговаривали вы, например, ну, встречались баянисты, аккордеонисты, гармонисты, какие-то, может быть, каждый рассказывает про то, что его инструмент лучше. Ну, конечно, да, каждый хвалит свое, что, да. Что вы скажете про свой, почему аккордеон, почему не баян, вот для вас, сейчас уже человек, который... Ну, на тот да. период я, наверное, все-таки не понимал, что лучше аккордеон или баян. На мое счастье попался аккордеон. Вот. А аккордеон мне очень нравится. Богатое звучание, разлив. Шикарно он звучит. Это действительно так. И красивый. Это правда. Да. Да, а друзья, может, мы послушаем звуки аккордеона в живом исполнении? Ой, с удовольствием. Сделайте, Николай, да. Песня называется «Коля Николай». Моя авторская. Кто в деревне первый парень? Без него мы никуда. Лучше всех поет и пляшет, не скучает никогда. Восхищаются девчата, да чего же голосист? Я отвечу вам, ребята, это Коля гармонист. Коля, да ты наш Коля, а ну зажги давай скорей. Коля, да ты наш Коля, с тобой вместе веселей. Свадьбы весело, гуляем с Николаем и всегда. На гармонии он играет, я скажу вам, он звезда. А когда поет частушки, загляденье просто класс. Вот такой у нас хороший Коля, Коля, Николай. Коля, да ты наш Коля, а ну зажги давай скорей. Коля, да ты наш Коля, с тобой вместе веселей. Я пою вам эту песню про дружочка своего. Он такой веселый парень, как нам скучно без него. Он простой, понятный, добрый, а улыбка просто класс. Без него мы жить не можем, так же, как и он без нас. Коля, да ты наш Коля, а ну зажги давай скорей. Коля, да ты наш Коля, с тобой вместе веселей. Друзья, Николай Засидкевич сегодня в полезном времени на радио «Шансон», и нам становится веселее с каждой минутой. Если у вас есть вопросы, пишите +7 909 955 1030, смс, ватсап, вайбер.